Вместо привычной формы спасателей – футбольная экипировка. Площадка действий – не место ЧП, а стадион «Спартак». Сегодня в Нальчике стартовал турнир по мини-футболу среди команд МЧС Северного Кавказа. Участвуют все регионы округа. Регламент турнира – 2 тайма по 10 минут. В итоге все команды сыграют друг с другом. В нашей республике спасатели. Футболисты встречаются не впервые. Условия здесь хорошие, говорят организаторы. Чемпион прошлого года – команда из Кабардино-Балкарии. Но сегодня у нее появились серьезные соперники. Фаворит – это, как правило, у нас всегда Ставропольский край, Кабардино-Балкарская республика, Республика Дагестан. Но вот сейчас хорошо себя показала уже в первой игре Республика Северная Осетия Алания. Но я думаю, будут какие-то сюрпризы, будут какие-то команды, которые смогут что-то чем-то удивить и что-то интересное показать в этой игре. Помимо победителя в командном засчете определят и лучших игроков. Именно они в августе представят сборную СКФО на всероссийском турнире в Москве. Результаты соревнований в Нальчике будут известны завтра в финальных играх.